Беларусьфільм. Творчае аб'яднанне мастацкіх фільмаў. День вяртання. Аўтар сцэнарыя Александр Зайцаў, пастаноўка Сергія Сычова, аператар-пастаноўшчык Дмітрый Зайцаў, мастак-пастаноўшчык Юрый Альбіцкі, мастацкі кіраўнік Віктар Тураў. Кампазітар Пётр Альхімовіч, вершы Максіма Багдановіча, гукааператар Гернард Басько. Редактор Роман Тармола, директор фильма Любов Баталова. Заходняя Беларусь, 25 липеня 1944 года. У галоўных ролях Татьяна Васильева, Лідія Константінова, Віктор Тарасаў, Віктор Гогалёў, Барыс Няўзораў, Геннадзь Гарбук, Геннадзь Аўсянікаў, Константін Забелін, Алексей Берычэўскі, Васіль Пятрэнка, Андрэй Васілеўскі. У ролях Валерый Жукаў, Леанід Крук, Вадзім Ганшын, Павел Кармунін, Віктор Праскурын, Леанід Іудаў, Галіна Макарова. Thank you.
День добрый, Неман. Вось я и дома. У 39-м, коли пришла советская влада, не было меня побач с тобой. У застенках дефензивы, у окопах под Варшавой, у немецким полоне, у партизанской землянцы под Белостоком, я завсёды думал про этот день. Пей еще, пей. Не могу больше. А ты, девка моя, не пей, я хворобу якая. Истина у книги сказана. И буде вам молоко, як трава полын. И воскликните вы, пастухи, и возопите, и восплачете. Туй. Не, Иванка, не. Дело мое собачье, это так, але ж и собака жить хоча, и дед рыжий. А ты не говори, где нас бачил. Да все может, и он забье дед. Ну, забье. Чего ты ружо зранку тягаешь? Я тебе скажу, сынок, от страху, от дурости, от шанячего страху. Тата, який вир починается. Вот и гляди, как тебе в этой вир, як треску, не затягнуло. Не усплывешь, дурная твоя башка. Уяви себе, страна иди. Страна. Страна-то иди. Сегодня она пришла, завтра назад повернуть может. А покуль она туда сюда ходить будет, мы с тобой коляками застанемся. Тяжко. Кольки себе помню, без литости на житё и шёл. И себе, и людям жилы рвал. А у паны не вышел. И ты не выйдешь. Час не той. Ну что ж, добро. Видать, соправды твой час лежать. А мой? Добро нажитое зберахчи.
Не доглядели. Дитё выскочило, а немец и стукнул. Не поспел я, Марыя. Даруй. Олесь, я Олесь. У той осень понаехали сюда эсэсы. Усих на поле гнали. Белорусской волки Гитлеру захотелось. Зараз у Польшу побегли, а улада... Чакаем начальство с района, от наших. Зараз, хлопцы, и жито, и улада, все наше. А батька як, сестра, брат? Где ж ты столько пропадал, братка? А, долгая история, воевал, партизанил. Оказали, что ты на панской каторге загинул. Ну, поговорим. Почекай, Олесь. Нема у тебя. Батьки Олесь, и хаты нема. Вось гэтай радні нам толькі і не хапала. Стась муж мой. Люблю яго. Любіш? Угу. Люблю. А я цяпер буду жыць за лесем. Где это ты раницей был? Что это тебе дома нема? Этому ты, бачу, научился. Что, смачно? Батьки, могила есть где? Есть. Не на могилках. Над днем она. Як это было? Батька и браты Акимчики повезли житу отрад. Может, кто донес. А может, так. Напоролись на засаду. День добрый, Мария. Нияк я не мог ранее. Говорили, что ты забитый. А я вот живый. Ты мне... Даруй.
нема твоей вины передо мной. Ободва мы с тобой виноваты. У этом житті ободва. Живий. Усе ще топчеш землю. Говорить, ти при німцях старостом був. Ти привітатися забув. Так. Був назначений. Про батьку хочу спитати. Ні, я йому суддєю був. Своїм розумом Григор жив. Своїм розумом смерть вибрав. Я не про то. Потом разберемся. Хотим отсюда Александра. Александра! Кому кажут, иди в хату. Я до Марии, Александра. Дренно стреляєш. На, партизан, поспробуй. Вернувся я, тата, як ти просив. Канонада, чуєш, за ньом он пішла. І мені хутко слідом за йою. Війна протягується. Хату нашу спалили. Александра за Стася вышла. Кохання говорить. Може, чим помогти, Марія? От тебе не треба, Юзеф. Ламав ти людей, Юзеф, ламав. А ось ти жалів кого, не знає. Дітей тобою полохали. Ось почекай, не слух отдам Юзефу. Не любив ти нікого. Так жив, що другим тісно було. Жив я, Марія. А Бога забыл?
может быть. Его и нема. Бога человечего. А ну, бабоньки, давай! Мое жито, мое жито колосистое, моя девочка Марина голосистая. А ну, бабоньки, давай, давай! Ой, люди добрые, люди, что ж это будет? Ой, святое воскресенье, иди-ка ж в хату, горшки тягни! Мама, Олесь пришел. Говорю, Олесь пришел. Во, во. Что я людям скажу? Повинимся. Не виноваты я. Яны пожалеют. Мама. Ой, дитятка мое неразумное. Який свет суровый стал. Божечка, смерть моя пришла. Мама, не бери грех на душу, Станислав. Пошкодуй. Ой, Господи. Я до тебя, сусед, не по душу. По справе пришел. Жито горыть. Якое жито? Не надокучило, сусед, блазном ходить. Шкодная птушка, а пригожая. Высоко летая, тишиню любить. А чому ж ты не на поле, Иванка? Обделить могут. А вы, дядька Стась, чому? Чому? Слухай. А чего на меня Олесь таким сучом глядеть? Что за сестры? Ага. Я ж ее от немецчины спас. Батьком старостом заслонил. Знаешь, у кольких это обошлось? О, и Олесь каже. Купили вы ее? Любить я на меня. И я ее. Добрая у нас размова. Але пора. Бывай, Ваня. Як за тими советами, так и теперь хай будет. Две десятины. Две десятины. Пятнадцатая. Земля Колосовских. Шестнадцатая. Бутровога. Переберите! 17-я! Земля Винодоры Делендис! Жни, мати, полоса у тебя важкая, хлебная. Богу помочь! Валевич, коли с Гродного поуноважены приезжал, хиба не ты землю намирал, колки забивал. Две десятины на душу! Две! 21-я! Земля Полесника! О, брат ты мой! 22-я! Да ну ты, Рассолька! 23-я! Земля Кривцов!
24-я. Во жита, а во люди. У 39-м хіба не делили гэты бугор у сляту листопадовскую? Советы нам гэтую землю навеки вечные отдали. А зараз якая улада? Советская. 27-я. Кастуся Лабуша. 28-я. Олеся Сивко. 29-я. Ну, 29-я. Эй, налетай, самый колос пошел. Все? Як это все? Гэта ж доля мужиков наших, якія загинули. Степана Казенца Паласа, братова Кімчыкаў, Каржаневскага. Як же гэта люди выйшло, что мы от радости про мертвых забылися? Вось табе и два сажені по-старому. Отрымливается не по два, по три, а то и по три злишком выходит. Шарей, треба сажень в этом годе робить. Шарей. Глядите, хуторане! Ну что вы уставились, рожа бессоробная? Так, Ихвашка, так! Наше поле, наше, не крадем! Не по-людску, братки. Долю мертвых и то на наших очах растернули. Мертвому все ровно. А вы живые? Вы в очи им поглядите! А это ваше поле? Спалили наше поле. И хаты наши спалили. Не красти пришли. Не красти? И мы тут спины гнули. Да кто он такие, как распоряжаться тут? Так это же лес белый. Мужики! Игнат, иди сюда. Станислав, глянь, это ж твой кум, Федор. Федор. Здорово. Здорово. Да тут усе свои. Игнат, Михась, Альгиз. Здорово. Здислав, вы что надумали? Земляки. Всем гуртам треба. Я думаю, всем гуртам. Тому и выжили. Добро треба подумать, мужики, как далей жить. Эх, земляки, усяго ж полтора года и пожили при советской уладе до войны. Межи заорать не поспели. А какие теперь межи? Куды ни глянь, усюды попел, а кольки ротов. Добро подумать треба. Як усіх подаю? Погонь под Усвяцкий лес, там почакаешь мене. Догони краем болота, каб следов мені было. Не могу я более у землю даить. А ты даи. Грех это великий. Даи. Грех. Грех я на себе возьму. Мужики изъявятся, а ты скотину от совета уховаешь? Да тебе ж за это на суп подшепить. Так. Высоко потягнуть. Москву бачишь. А мне теперь уже очень ровно. Прошу, дед. Як Бог свят прошу, а? Любая твоя будет. Хоть гэт, хоть тая.
Отдам. Дед, отдам. Любую отдам. Выбирай, дед, погодишь. Выбирай, ну! Ну, выбирай! Деда! Не треба, дядька, дать! Не треба! Погонишь. Запомни, дед, этой корова альбо мои, альбо ничьи. Зрозумел? Злодюга. Спитайте його, Вілі. Ми вже у Польщі. Нех, пан. Прошу повідати. Тут і Польська? Тут Польща. Тут мешканці вайс-руси. Тут живуть білоруси. Нах, Польська. Польща там. Ви добре поляуніці? Gratuliere. Ein scharfer Schuss. Віншую, трапний стріл. Припадок. Випадок. Травний припадок. Трапний випадок. Мої солдати стомилися. Їх треба покормити, на світанку ми поїдемо. Ядіть. Мария, что ж мы весь день как чужие? Горш у нас одно. Ты, ну, мужа, я коли покрывдил тебе, даруй. У людей смерть до конца дён сближая. А мы? Чужи ты. И шкода тебе. Тяжко мне, дочка. Тяжко. Пойду лягу. Товарищ Олесь, там, бачиш, мужики собрались. А улады нема, а скотка есть. Куда ты глядишь, хлопец? А что? Робить нечто треба. А, познаю земляков, привыкли все решать заглядкой. Есть у тебя красная бумага. Люди говорят, бачили. Мандат. Так пропугнуть треба.
Скажи, як это так без документов? Самовольничайте, мать вашу. А то и вон куди следуя можно. Да ты их улады припугни. А? Ты чего? Пусти меня! Почекай! Пусти меня! Стась! Я обратно пойду! Ты на что нянку сюда привел? Моя это Александра. Моя. Моя. Мне подыхать. Так и я разыну Халякова напоследок. Пробачь. Какой день? И смерть гора, сусед, и життё гора. Такий уже день. Слухай сюди, хлопец. Слухаю, Василь. Дитяня він неубієнне поминуть треба? Раз. За день позбавлення від ворогів наших кривавих. За волю нашу хліборобську шарку піднять треба? Треба. Два. Ну і за жінки. Три. Говориш, чим прийшов? То-то ж. Это Валевич усе закрутив. Подбиває кулаков пошерстить. Так что и ты кум не отставай. Разом треба. А я завсюди перший. Олесь с нами иди. Олесь. А чуть что. Божечки, який свет став. Во, гриміть. Брони Бог, як эсэсы наших назад попруть, а? Вася. Дядька Валевич, чим не старшиня? Это он меня колисти на первую подпольную сходку привел. А здислов Игнат. Свет на таких трымается. И от гроха родить. Мне еще дед говорил. Любить жито, коли под молодяком хлопец с девкой его помнуть. Тихо! Тихо! Давай, здислов, свою паперу. Кто толковый, что скажет, пиши. Капот им не отбрехвалися. Ну, раскидаем по долях.
на мужика, як на курицу выйдет. Жменя, да и не хопить усім. Это куда он размову поворочивает, а, хуторане? Глянь, как у вас выходит. Шукаем, у кого лыжку выбить. Не кабелися, Игнат. Сядь. Главное, мы все знаем, без хлеба мы люди. Ну, раскидаем мы тое жито по торбах. И зиму раз. На грибах да ягодах жить. Я пытаюсь и як жить, каб не сдохнуть. Меня не выбирали. Я сюда сам послухать пришел. Вось ты советы. Так расскажи нам, что робить? А я не знаю. Вот все собрались, все. Справа это огульные, все мы тут одна громада. Ну и давайте разом решать. Так. А вот Сергис пропонует пойти поклониться Юзефу. Хай отсыпли лишнего. Мне вот так поп жаночую справу тлумачил. Дасть, не дасть, а спытать треба. Дело говори. У кого жито? Альферовича давай. Зварыку. Юзефа Бакиевича вашего. Вось их тросянуть треба. Найди. Я на еще попросить. И крови, и хлеба. Советы. Советы придут. Яны допомогут. Али у Иша. Кошель не без дна. Юзеф, давай на сход. Мужики, батьку кличут. Не, идите вы. Я разумею. Вот. О, камофон. Bitte. So eine schöne Musik und keine richtige Karte kommt heute raus. Dann, nein, nein, nein. Tata, mir ist strasch. Diese Alexandra. Ja, die Alexandra ist wirklich gut. Gut, dass wir hier gekommen sind. Wunderbar, das Mädel. Prima, klasse, würde ich sagen. Mir ist strasch. Ganz bestimmt, das weiß ich. Ja, nicht da glädet. Трингн, ты, дочка, добра ты иди. Прошу. Парши боевой компании, хлопцы. Али другое мне сегодня не будет. На ворож вы з'явились. На беду. Лёс рыхтаваў нам сустрэчу на тым свеце, а сын мой паспешаўся. Der Ola ist ein Prachtkerl. Schlägt uns vor, auf unsere eigene Gesundheit zu trinken. Oh, ein Prachtkerl, dieser Alte. Oh, gib mir ein paar Kartoffeln. Жит у вас с батьком Стась есть, так? Летошнее, с зарычных десятин. Немцам вы ни мешка не сдали. Поделись с обществом. Не терпится вам, бачу, до прохода улады, дока чаканы суседи вам обобрать. Вы что, за войну розум зусім стратили? Змолкни! Твой батька так николи с нами не говорил! А чего зам цацкаться? Немцы вонь потурили, а добрать у их хлеб, и все!
Гоп! Три копійці просив заяцу лисицы! О! Что ты? Вот что, корову раницей сам пригонишь. А житом стать поделиться треба. Ну треба, як собі хочеш опридіться, так ти уже лепш сам. Як же гэта я сам? Мужики, гэты чалавек, ён прыйшоў, пайшоў, а нам з вами тут жыць. Рукі ў тебе калоцяцца. Ненавіжу. Ненавіжу вас усіх. А такі, як ты, яшчэ страшней. Тебе не жити моє треба, ти за душою моєю прийшов. А я вже хрещений. А? Не хрестило тебе соправдное життя, Стась? Так, проскочив на дурницю з батькового горба, на крадений статок. Думаєш, розжився? Хватку у тебе єсть. Розуму не достає. Закритими очима по себе грабеж. Гляди, Стась, не надорвися. Не надорвуся. Гэта хто раней. И хто знає, може, тобі до раніцы жить засталося. Ще погрожає. Нічого ти не утямив. Я за гэту войну ведаю, скільки смерті побачу. Ёсць справа, за які помирати не страшно. Нешта ён осмелел. Ён жыта спаліць, а не поделится. Дед, чым без дела дубальтовку тягать, стань по карауль. Може, занадто? Може. А что? За іменах ж нельга. Отчаянный мужик. Болить, душечка, болить? Вася, як перед советами повинюся? Откуль винтовку я успытаю тебя? А на что брал? А я им одразу сказал, не той человек, Васька. Я ихнюю самооборону насквозь разглядел. Гниды. Тьфу. Вася, я ж не полицай. Самооборона, полиция, там разберутся. Винтовку ты взял? Да я ж нікого. Не, але взял. Взял. А? То-то. А? Пойду до кума. Там капуста, альбо клёцкі якія. Летели, гуси с броду замутили, урежьте в воду. Ой, черт, гуси смаженные, с антоновками. Хочу добро поесть. Люблю комяки с маком, крупник досподобы. Ты кто? Спритнити його, Вілі.
А что робить? Этой п'яницу все село на ноги поставил бы. Гляди, я ще живы. А, не повезло хлопцу. Небесный крыш. Утренний свет в окне встретим вдвоем. Вот, дочка, ты жив. Человека помянуть нема с кем. Спись, Оля, спись. Легко, Васька, жив. Легко и помер. Иисус добро сказал. Справа прямая дрянный оборот. Потребно разбудить лейтенанта. Заткнися. Воды. Холодной воды. Александра, принеси с колодежа. С дальнего. Самого дальнего. Ведь счастьем жизнь полна, сердце всегда весна, сердце любовь, как сердце любовь Не подыхать! Дай бог стрельну! Тихо, тихо, малого разбудишь. Колесник, что с тобой? Кто же это тебе дает? Колесник! Помоги ему! А где же сам? Да что ж это такое, братки? А ну, пошли на Стася! Загоняй его, прибить мало! Нехай отказываю!
Was hast du auch noch? Ось и скончилась моя побылка. А за земляков можно не турбоваться. И они сами выбрали дорогу. Правильную дорогу. Верую, без злобина не заслеживал пей.
Заходняя Беларусь. 26 липня 1944 года. До конца войны засталось 287 дён и ночей.